Всем здравствуйте! Многих российских артистов постигла печальная участь после посещения скандальной вечеринки. И вот сегодня с неожиданным заявлением по поводу происходящего выступил популярный российский продюсер Сергей Лавров. Он поведал, кому выгоден бойкот знаменитостей. Как известно, самый сильный удар пришелся по Филиппу Киркорову и певице Лолите Милявской. Этих знаменитостей буквально растоптали в одночасье. Их убрали из всех новогодних телепередач, отменены концерты знаменитостей в городах России. Дошло до того, что Киркоров сбежал в Америку, а Лолита занялась ремонтом. Лавров назвал имена лиц, которым выгодна такая отмена артистов. Оказалось, что больше всего из-за происходящего выиграют сами Киркоров и Милявская. По крайней мере, в этом он абсолютно убежден. Он пояснил, что за время отмены публика уже начнет тосковать по любимым артистам, и когда они вернутся, то станут еще более востребованными, чем до бойкота. Киркорову, Лолите и другим артистам пойдет на пользу, если их не будут показывать по телевизору. «Чем больше мы видим артиста на экране, тем меньше люди ходят на его концерты», – заверил Лавров. Концерты Киркорова до сих пор отменяют во всех российских городах, в то время как его коллеги, присутствующие на вечеринке, уже планируют гастрольные туры по России. По мнению Лаврова, несмотря на неприятную ситуацию, настоящие поклонники творчества Киркорова не отвернутся от артиста. «Будем надеяться, что Филипп Бедросович совсем скоро и сам прокомментирует сложившуюся ситуацию. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!